Главгостройнадзор ведет плановую проверку хода строительства здания Дома культуры в поселке Горки-10. Возведение объекта ведется по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Общая площадь здания ДК составит почти 6 тысяч квадратных метров. Здесь будут универсальный спортзал с трибунами, а также тренажерные и киноконцертные залы, кафе, помещения для клубной работы и занятий. Запланированная дата завершения строительства – сентябрь 2021 года.